Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy M31S изменить обои. Заходим в настройки. Далее обои. Мои обои. Выбираем те, которые нам больше всего нравятся. Давайте проверим, какие у нас. У нас вот такие. Выберем. Пускай будут вот такие поярче. Выбираем теперь, на какой экран установить. На главный, на экран блокировки, либо на оба. Выбираем на оба. Нажимаем установить. Обои применены. Выходим. И как вы видите, обои изменились. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!